Застройщики Владивостока и портовики сделали новую дорогу на Змеинке. Из-за большегрузов дорога пришла в негодность. Просел грунт и образовались ямы, которые невозможно восстановить локально. Проезд от остановки Воронежская и Третьей Строительной вызывал большие нарекания у автомобилистов. Работы завершили в минувшие выходные. Теперь проезд стал удобный и комфортный, а маршрут безопасным для пешеходов, ведь на участке обустроили новый тротуар. Третья поселковая, начиная от остановки Воронежская, да, перекрестка Третья поселковая. Там сделали полностью замену грунта, асфальта, сделали ливневку, сделали тротуары, положили новое полотно в 1000 квадратных метров асфальта. Дорогу привели в порядок, выставили бордюры. Социально ответственный бизнес, в числе которых застройщики «Хатэй», «Талант», ЖК «Акватория» и Владивостокский морской рыбный порт, выступили с инициативой провести на данном участке ремонтные работы. Я не думаю, что это социальный бизнес. Я думаю, что это люди, которые хозяева этого бизнеса. Уже выступаем давно с такими программами, особенно что касается Змеинки, где идет застройка. Поэтому каждый, кто просто хочет заработать денег, этого не делает. А тот, кто заботится о городе, принимает участие. Таких людей очень много у нас в городе. Выступил порт, выступили мы, «Акватория» и компания «Хатэй», выступил «Талант». Мы скинулись деньгами, общая сумма была около 5 миллионов, взяли свою технику и сами отремонтировали полностью эту часть дороги. Отметим, в этом строительном сезоне во Владивостоке за счет средств городского бюджета и субсидий правительства Приморья, а также реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» комплексно отремонтируют 30 участков дорог. Оксана Якуш, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.